Югорчане на чемпионате мира по воздушной гимнастике. В гостях тренер студии воздушных направлений Air Room, Центр развития культуры и спорта «Олимп» Виктория Каленская и участница чемпионата мира, воспитанница студии Алена Чекирдина. Доброе утро! Доброе утро. Мы рады видеть вас в нашей студии. Алена, рассказывай, как это вообще ощущать себя вот частью чемпионата мира, на секундочку? Волнительно? Ну, не так волнительно, как вот если это было в реальной жизни. Ну как, не онлайн, что, а прям ехать. Так более волнительно. А это был онлайн, да, чемпионат проходил? Да. Да, да, но это в реальном времени, то есть нельзя было выбрать лучшую видеосъемку, нужно было прям зайти, сделать и отправить. То есть все те неточности, все какие-то там, ну, что-то вот, не получилось. Вот этот... как один раз выступила, так и отправили. Ну, волнения не было, не переживала. Не особо. Не особо? Но как ты справляешься с волнением? Ведь все-таки понимание того, что это не просто какой-то городской конкурс, да, соревнование, даже не окружной и не Россия, это, извините меня, это World Championship, это же, ой-ой-ой. Ну, просто как бы не задумывалась, что стоит камера и снимала, и снимает, я просто делала, как на тренировке. А какой номер был? Была какая-то композиция, может, сюжет какой-то был? Или в таких номерах нет сюжета? Это была обязательная программа, которую необходимо выполнить, чтобы получить определенный разряд. Ну, это что вот ходит? Какие-то там... Определенный набор, да, какой-то действий, которые нужно выполнить? Набор элементов, которые нужно выполнить, зафиксировать, показать. Что касается конкретного возраста, там есть какие-то, опять же, подразделения? Нет. То есть Алена может состязаться с Аленой? Опять же. Ну, есть возрастные категории, но программу они выполняют одинаково. Да? Да, но соревнуются они в своей возрастной категории. Давайте о результатах. Как в итоге все прошло, как выступили? Первый блин. Мы выступили. Так. Это у нас главное, да, хорошо. Вик, мы как? Выступили первый раз, и мы не последние, и для нас это... Но для это, меня это результат того, что я важно, делаю все правильно, а она делает. Важно, потому что воздушная гимнастика для ханты-мансийска, ну давайте будем говорить честно, это новый вид спорта. Ну да, относительно. Ну, относительно. Каких-то глобальных результатов, ну, пока вот, допустим, я на своем воздушно-гимнастном веку еще не знаю. Да. Тяжело ли, как тренеру, вообще начинать возрождать, как птицу Феникса, этот вид спорта? О, ну да, страшно. О философии поговорим. Просто страшно. То есть вы такой первопроходец, получается? Гимнастический, воздушно-гимнастический первопроходец. В плане соревнований, да. Ну, у нас студия «Воздушное направление» еще есть в городе. То есть мы как бы не одни. Но именно в плане соревнований... Но такие одни. Ну да, да, мы такие одни. Сколько приходится, Алён, тренироваться тебе? Ну, 4 раза в неделю. По? Ну, 2 раза по часу и 2 раза по 1,5 часа. Как ты вообще вот пришла к тому, что ты подумала, как хочу летать? Давно я не была под потолком, мне пора. Как это произошло? Ну, где-то в сентябре я маме говорю, а мама, можно я попробую на полотнах? Я месяц похожу, посмотрю, как это. И в итоге я там осталась, мне понравилось. И мама дала добро и сказала, да, конечно, иди, летай, пожалуйста. Дочь. В чем, опять же, сложности вот этого вида спорта? Ну, сложность в том, что на своих руках ты поднимаешь, по большому счету, весь свой вес. То есть детки, которые приходят просто без подготовки, ну, они проходят довольно долго, идут к тому, чтобы с легкостью делать, держать себя уже на руках. Ну, и помимо всего этого, это вращение и это высота. То есть они делают не просто в статическом положении элементы, им нужно еще себя раскрутить, и они иногда вот так спускаются и просто... Если слабая вестибулярочка, самое главное перед тренировкой что? Не есть, да. У меня ребенок обычно, когда спрашивает, ну там на акробатике мы осторожненько отпускаем выйти, а тут ребенок спрашивает, можно выйти, после того, как она покрутилась... Да-да, иди, конечно, иди, умойся, все, чтобы ничего не произошло. И все, ну, мы поздравляем
Поздравляем. Да. Новых творческих достижений, покорения спортивного Олимпа. Занимайся, ну и, конечно же, прославляй Югру. В следующий раз ждем вас с призовыми местами. И с кубками. И медалями. Спасибо огромное, что пришли. Доброго бодрого утра. Спасибо. С гостями прощаемся. С вами Жуница 2. 2,5 минуты. Дождитесь.